Желаю вам только весенней погоды, хотя из окна таковой вы не увидите сегодня. У нас на дворе удивительное дело. Сейчас 2 апреля, так и не скажешь. Это у нас Москва, район теплый стан. Даже дома из-за этого снегопада просто не видно соседнего. Ну, то есть соседний виден, а напротив которого уже ничего не видно из-за всего, что происходит. Как там вообще ходят люди, это нереально. Можно, конечно, посмотреть, но практически дело это совсем сложное. Потом, правда, все это начнет таять. Тогда мы опять окунемся в море уж. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, ждите новые работы, более, возможно, интересные, а может быть и нет. Спасибо за внимание.